Почему решил переехать в Алтайский край? Сначала я решил приехать в Россию, получить высшее образование, так как здесь образование лучше. Когда я изучал информацию об этих университетах, я заметил, что уже в 1943 году этот университет был назван машиностроительным институтом. И именно из-за того, что я поступлю на машиностроение, я выбрал этот университет. Почему именно машиностроение? Ну, с детства я очень, как сказать, любил машины, ну, все, что в связи с автомобилем. Поэтому я решил туда поступить. Как тебе наш политех по сравнению с твоим предыдущим университетом? Короче, у меня замечательный преподаватель, который мне много помогут. Они все делают для меня, и я чувствую себя как дома. В моей стране нет компьютера для всех. Но я заметил, что здесь есть компьютер, где, ну, компьютерный зал, где студенты, у которых нет, могут иногда заниматься. Вот. И в библиотеке тоже есть, я видел 3 компьютера. Где я могу работать? Но до того я куплю компьютер. Вот. Ага, слушай, а может быть чем-то еще пользуешься в университете? Да, здесь, ну, есть книги в моей стране, но здесь я знаю из-за того, что благодаря тому, что я видел, что есть много книг, которые могут студентам. Ну, то есть библиотека хорошая, да? Да, очень. Как тебе погода в Алтайском крае? Не холодно? Ну, я уже привык. Ну, когда я приехал, в то время было очень холодно. И когда я сразу вышел из самолета, очень холодно было. Сколько примерно градусов было? Минус 2, наверное. Аклесо, расскажи, пожалуйста, как тебе Барнаул? Я ходил на реку, и в моей стране мы живем на берегу Атлантического океана. Но здесь круто. Люди, девушки, все есть. И очень классно. Ну, замечательно. А вот пока что больше всего в Барнауле нравится? Мне нравится. Ну, здесь мне появилось много друзей. И я встретил арабов. Я встретился с арабами, вот, и с пацанами, которые живут здесь. С ним я играю в футбол. Нет ли языкового барьера с твоими друзьями по группе? Когда иногда появились какие-то проблемы, я переведу, у меня есть телефон, и они понимают, что я не местный и что я еще учусь. Твои русские друзья уже показали тебе особенности нашего менталитета? Не могу сказать, не знаю. Например, в баню ходить? Да, когда я работал в Гуани-Алтай, да.